Популярная актриса и звезда «Универа» Настасья Самбурская подала в суд на своего бывшего продюсера Виктора Дробыша. Знаменитость потребовала вернуть ей песни, на денежную компенсацию она не претендует. 33-летняя Настасья Самбурская на протяжении 4 лет развивала музыкальную карьеру под руководством Виктора Дробыша, но популярной певицей не стала. Тогда она решила заняться музыкой самостоятельно. В итоге Самбурская подала в суд, пытаясь расторгнуть контракт с Национальной музыкальной корпорацией Виктора Дробыша. В ответ сам продюсер пригрозил судом: «Я сам хочу этого. Она не имеет отношения к музыке. Но больше говорить не буду, иначе она уже окажется на суде», — подчеркнул он. Дробыш отказался добровольно отдавать свои синглы бывшей подопечной. Кстати, ранее Самбурскую и Дробыша обвинили в краже строк для ироничной композиции «Старая». Поэтесса Анастасия Рыбачук подала на них в суд, но продюсер резко отреагировал на это, назвав женщину «сумасшедшая». «Это какая-то сумасшедшая. Недобросовестный композитор принес песню, сказал, что все нормально. А потом, когда трек вышел, она задним числом захотела забрать. Они сами меня уговаривали сотрудничать, поэтесса и композитор. В итоге сингл оформлен на нее, никто ничего не воровал. Мне вообще глубоко наплевать. Ничего не случится, если такие песни вообще не будут существовать на земле», — заявил Виктор Дробыш.